Народ, всем привет! Сейчас нахожусь на Фучика 17, авторынок. Купил себе на Весту багажник такой же фирмы, как Автобокс, с аэродинамическими вот этими дугами. Купил мухобойник, поставлю на капот, и дефлекторы. Вот он, этот рынок. Фучика 17, строение 16. Называется точка, где я все закупал, Просвет. Ну, скажем, что реклама. Я второй раз уже там покупаю. Так, вот они. Обратите внимание, вот они сами дуги. ЕД. Ну, Автобокс точно такой же фирмы. Также дополнительно к ним крепежи. Вот первый. Не знаю, что там находится. И вот второй. Когда я, помню, ставил на Грант, у меня спрашивали, что за фирма. Ну, на Гранту я не знаю, какую фирму поставил, но на Весту я вот ставлю Евродеталь. По деньгам такой багажничек мне обошелся в 4000 рублей. Есть дешевле, можно было дешевле купить, но мне вот понравился именно вот этот. Так, вот такая мухобойка. Веста, фор. И вот они, дефлекторы. Все, ждите видео. Скоро, на днях, постараюсь начинать делать и вам скину. Покажу.